Мужем занимается, поняла? Все. Мама, я хочу, чтобы он был высокий. Первый муж должен быть маленький. Пробник. Потом все, разбежались, попробовали. Доча, я тебе сказала. Все. Вот, может быть, в этом благородном заведении мы тебе сейчас мужа и найдем. Пробник. Ты понимаешь, мама хочет, чтобы тебя был муж, ну как тебе сказать, чтоб настоящий русский богатырь. Пожалуйста, может быть и Абрамович, пожалуйста. Настоящий русский богатырь. Ты же на фотографии как святая. Кому не покажешь, все крестятся. Как святая. Я родился там и пригодился. Все это из прошлой жизни. Сегодня куда приперся, там и притерся. Ты подаришь ему ночь любви. Ой, я сейчас умру. Да хоть полярную ночь любви. Абрамович для тебя староват. Да если мама найдет, ты пойдешь у меня за столетнего. Все, как говорится, большое состояние компенсирует нестояние. Ты понимаешь, мама хочет, чтоб тебя был муж, ну как тебе сказать, чтоб настоящий русский богатырь. Пожалуйста, может быть и Абрамович, пожалуйста. Настоящий русский богатырь. Ты ж на фотографии как святая. Кому не покажу, все крестятся. Как святая. Я родился там и пригодился. Все это из прошлой жизни. Сегодня куда приперся, там и притерся. Ты подаришь ему ночь любви. Ой, я сейчас умру. Да хоть полярную ночь любви. Горе горький, пуховый.
сейчас объясню. Вот она ложится в постель, обнаженная. Он садится рядом, ставит ей на живот ноутбук. Как зачем? Доча, я тебе сейчас объясню. Вот она ложится в постель, обнаженная. Он садится рядом, ставит ей на живот ноутбук. Как зачем? Ну, чтобы возбудиться, он считает свои деньги. Где родился, там и пригодился. Все из прошлой жизни. Сегодня куда приперся, там и притерся. Ты подаришь ему ночь любви. Ой, я сейчас умру. Да хоть полярную ночь любви. Ой, я ночь.